Ты говоришь, словно мудрец, но при этом сокрушаешься о том, о чем скорбеть не стоит. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Не было такого времени, когда бы не существовали я и ты, и все эти цари. И в будущем никто из нас не перестанет существовать. Воплощенная в теле душа постепенно переходит из детского тела во взрослое, а затем в старческое. Так и после смерти этого тела она обретает новое. Подобные изменения не вводят в заблуждение того, кто познал свое истинное «я», свою истинную природу. Переживание счастья и горя возникает из соприкосновения чувств с объектами восприятия. Эти явления приходящие, подобно смене времен года. Поэтому научись терпеливо переносить их. Благороднейший среди людей, кто наделен стойким разумом, уравновешенный в счастье и в горе, тот достоин освобождения от власти смерти, от пут рождения, старости, болезни и смерти. Для того, что подвержены гибели физические тела, вечное бытие недоступно, тогда как вечная душа постоянно неразрушима. Так мудрецы, зрящие истину, описали природу вечной реальности и временной иллюзии. Знай, что сознание, пронизывающее все тело, неразрушимо. Никто не способен уничтожить бессмертную душу.
душа неизмерима, неуничтожима и вечна. Лишь материальные тела, в которых она воплощается, подвержены смерти. Поэтому смело сражайся, о мудрый сиди.
Thank you.
Шодананда нам, Раджа Джана Ранджана. Я Шодананда нам, Раджа Джана Ранджана. Я Муна Тира Ваначари. Я Муна Тира Ваначари. Thank you.
Шаре.